подземом, будете как-нибудь там покупить какие-нибудь секретные оружия. Ну, я думаю, в понедельник и в пятницу посетим их тренировки, немножко подсмотрим что-нибудь. Но так в целом, я думаю, они сами будут очень сильно заряжены, они проиграли сегодня. Поэтому игра будет, я думаю, неплохая. Будет, как обычно, много борьбы. Как специфика зала показывает, много борьбы здесь, много болевых качеств все проявляют. Поэтому игра, думаю, будет хорошая. Спасибо большое.